Имя отчество. Эвлишвили Гоча Гивеевич. Полная дата рождения. 1970. Место рождения. Город Руставы. Гражданство. Грузинское. Проживаете где? В Запорожье. Ну, в Запорожье, да. Резнова 4, квартира 200. 156. Да, я не помню даже. На съемной квартире, да. А, на съемной квартире. Прописаны где? Прописаны? Грузия. Ну, полностью. Адрес. А, Леонидзе 2010, город Руставы. Место работы. Временно безработный. Судимости. Есть. В каком году, где? Отбывали. Грузия. В каком году? В 2008 освободился. В каком году были осуждены? В 2004. Каким судом? Каким судом? Грузинским? Да. Ну, район там или что? Город? Ну, город Вилецк. Отбывали за что и где? За наркотики в Вилецке там еще. И где отбывали? Были все там турен режиме. Седьмой изолятор. Кличка уголовная есть? Не понял? Кличка уголовная. Нет. Шрамы, татуировки? Нет, шрамы есть от аварии. А где какие? Ну, на лицо видно. Правым боком повернитесь. Левым боком. Прямо на меня. Рост какой ваш? 1,80 м. Видеосъемка проведена в помещении УБОП МВД Украины в Запорожской области.